повернись на меня. Посмотри. Настя. Все, лети, Настя. Подождите. Так, ребят. Паха! Снимай! А это, глаза закрывать? Нет. Можешь закрыть, можно закрывать. Можно закрывать. Да все отлично будет. Ну что? Давай, Миша. Ага. Одну секунду, да? Ладно, попробовала. А держаться можно? Да, можно держаться. Лучше не надо, но можно держаться. Страховки вниз лезешь. Быстрее камера сейчас сядет. Сейчас камера сядет. Я боюсь, ребят, очень сильно. Можно где-то? Да не бойся ты. Мама, просто делай шаг и прыгай. Дольше будешь стоять, будет страшнее. Мама, я не могу. Бери двумя руками, Юрю. Ты просто прыгай или просто... Я тебя толкну. Не надо, пожалуйста. Ну а что делать? Так. Ты не хочешь прыгать. Нет, подождите. Вот так? Да. Просто прыгаю? Да. Не обязательно плашмя? Не обязательно. Ладно, раз, два. Главное, не цепляйся левой рукой за поручень, и все. Три. Я полетела. Давай. Да. Нет, не боюсь. Ребята! Не бойся, Настя. Все хорошо. Все. Чем дольше стоишь, тем страшнее будет. Да я себя понимаю. Все, камера уже села. Блин, я не знаю. Двумя ногами встань туда подальше. А если просто прыгнул солдатик, нельзя? Ты же уже спрашивала это. Можно. Нельзя, да? Можно, тебе же сказали. А, да? Ой, ребята. Мама, я боюсь. Господи, боже мой. Я такая одна или все такие? Нет, мы все хотим домой, а ты стоишь и задерживаешь нас. Да, там. Это холодно. Мама, я боюсь. Это уже слышу. Можно я обратно перелезу? Давай сюда. Двумя руками бери за веревку. Полетели. Thank you.